Граждане Португалии начали общенациональную забастовку против правительственных мер по экономии бюджета. Это уже четвертый столь массовый общественный бойкот за последние два года. В стачке участвуют работники транспорта, большинство госучреждений, члены профсоюзов и в меньшей степени представители частного сектора экономики. Португальцы считают, что жесткая экономика не единственный выход из сложной экономической ситуации. Безработица в стране составляет сейчас 18%, а налоги находятся на самом высоком уровне в португальской истории. Протестующие требуют, чтобы власти немедленно нашли другие пути выхода из затянувшейся рецессии.